пойдем? Ребят, сейчас такой пиздец был. Короче, мы вот там вот стояли в этой хуйне. Паша пьет пиво. Подъезжает полицейский, начинает нас шмонать. Этого мудоеба сейчас развели на 100 баксов. Я просто в ахуе. Он дал взятку полицейскому. Расскажи, я не могу говорить. Ну это пиздец. Короче, он говорит, блядь, либо сейчас мы едем в участок. Вон он уезжает, вон он. Либо мы, говорит, едем в участок, ты разговариваешь с судьей, у нас суд. Либо ты сейчас мне даешь $100, и мы расходимся. Пиздец, он бабки изи поднял на... $100. Это пиздец. Это самый дорогой бокал пива, который я видел. Пиво за $100. Охуеть. А если бы тебя сейчас увезли? Ну, блядь, ну поэтому я и дал $100. Паша, мне кажется, тебя проблемы будут находить везде. Ты говоришь, что тебя в России находили проблемы, это, по-моему, только начало. Не, в России, блядь, хуйня. Ну, в России так же, блядь, 5000 рублей платишь и... Какой пиздец. Короче, оставляем эту хуйню. Спасибо, нахуй, Павел. 100 баксов выложил. Довольный пиздец. А хули нет-то, ёпта. Переживем. Охуеть. Вы не представляете, как сейчас было страшно. Меня к Пайме вот этой прижали. Начали меня шмонать. Бля, это пиздец, мне так же просто. С тобой опасно ходить, ёбаный рот.